Юля, расскажи о себе, а чем ты вообще занимаешься, еще кроме бильярда? Я очень хорошая девушка, я талантливая. Понял, что ты уже. Я люблю петь, танцевать. У меня очень подвижное тело, красивая фигура. Ты заметил? Как ты думаешь? Наряд просто бомба. Но я вот смотрю на тебя, мне кажется, что мы уже знакомые. Я тебя где-то видел. А, точно, точно. Я тебя видел в клубе «Индиго» в ночном здесь рядом. Ты там пела и танцевала, да? Было такое? Да, я помню, ты там тоже выступал. Да, но тогда я был зритель, там был показ мод, короче говоря, и я тебя видел, как ты выступала. Сегодня я очень устала на работе. Вот решила зайти и провести как-то приятный вечер, и смотрю, это ты. Не умеешь играть.